В Экибастузе мониторинговые группы в очередной раз проверили соблюдение масочного режима более чем в 10 автобусах. Специалисты отделов ЖКХ и спорта с разных точек города промониторили общественный транспорт. Мониторинговая группа раз 9 часов. Саламатсыздар ме? Барлыктарыңыз маскада болу керексіздер. Извините, пожалуйста. Мониторинг группасы. Мониторинговые группы проверили маршруты 6, 7 и 5. Больше 70% пассажиров соблюдали масочный режим. Особенно заметно, как обеспокоены за свою безопасность представители старшего поколения. Кондукторы и водители рассказали, что с начала пандемии по возможности ведут работу с пассажирами о необходимости соблюдения карантинных мер. Дети соблюдают масочный режим? Да, в основном. Дезинфекция, да, проводится в автобусе? Да. Санитайзер установлен. Сейчас усилился это, они каждый день это делают. Каждый день, то есть утром и вечером, да? Нет, вечером вот мы загоняем, они обрабатывают все, чтобы на утро все было готово. Они же утром не приходят мочиться, они только вечером. Поэтому они вечером обрабатывают. И утром мы уезжаем уже все на обработку. Учитывая, что среди вероятных мест заражений коронавирусом в большинстве случаев указывается общественный транспорт, в этом сегменте усилена работа мониторинговых групп. Проверяющие следят, надевают ли пассажиры, а также водители-кондуктор маски, проводят разъяснительные беседы с горожанами.